это одна из самых известных кинопесен последнего времени из сериала Валерия Тодоровского «Оттепель». На сцене Вера Липская. Романтическую музыку сложно слушать сидя. Зрители начинают танцевать, благо возможности позволяют. Стен, как и потолка, в зале нет. Думала, это весна. Тот, кто не танцует, поет, вернее, подпевает. Песни по-настоящему народные. Из «Трех мушкетеров» и «Операции И», «Белого солнца пустыни» и фильма «Ищу тебя». Репертуар подбирали организаторы. Видновская дирекция киносети и наш телеканал. Вживую на сцене зрители могли увидеть корреспондентов и ведущих Видного ТВ. Вот только времени на интервью в сценарии предусмотрено не было. Особенность только одна в том, что... вот Олег Хичкок. Я здесь. Да. Можно? Конечно. Все, работа. Работаем, ребята, работаем. Главной интригой стало чествование победителей районного конкурса фотографий «Моя семья». Награды предоставили наши друзья и партнеры, детский развивающий центр «Солнечный путь» и усадьба Горки. Праздник «День СМИ» проводится впервые. Он приурочен ко дню Ленинского района. На скамейках перед сценой и на спортивной площадке чуть поодаль самые внимательные зрители нашего канала. Смотрю новости. Новости. Я вчера праздник смотрела. Что смотрите? Новости. Ленинского района. А еще? Да? Ну, разные. Интересные программы бывают. Интересный телеканал. А что ты смотришь? Новости смотрю. Раньше «Наше время» смотрела. В конце праздника все желающие смогли подписаться на газету «Видновские вести». Алексей Пименов, Евгений Петров, Елена Кошелева, «Видное ТВ».